ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. В Ревде мы тренировались 2 недели. Двухразовые тренировки были. Первая у нас тренировка была на льду, вторая у нас на земле. Мы тренировались на футбольном поле. Вот. Ребята с нагрузками справились. Было тяжело, конечно, но... Все, что мы запланировали, мы все это выполнили. Сбором остались довольны, условиями. То есть это все прошло на высшем уровне. И завтра мы еще катаемся в нашем дворце НТЗ на малой арене. Вот. Потом у нас идет суббота, мы отдыхаем. В воскресенье у нас перелет. Мы летим до Новосибирска, там на автобусе 4 часа едем в Кемерово. И у нас остается неделя ровно до начала первого этапа Кубка. Мы проведем, у нас получается 4 тренировки и 2 контрольных матча. Так скажем, новички команды потихоньку притираются, да, вливаются в коллектив. Пока еще тоже говорить какие-то там слова, хвалить тоже не буду. Все работали в одинаковых условиях, все молодцы. Но я думаю, что это покажет первый лед, сейчас первые игры. Кто как себя будет вести на поле, там мы увидим. Состав сейчас у нас омолодился, много местных ребят. Все готовятся, все стараются, все понимают, что сейчас все уже не за кем прятаться. Да? Сейчас ребята молодые, выходят на первый план. У них есть хороший шанс проявить себя. Они все это понимают, занимаются с полной самоотдачей. Я думаю, что мы, по крайней мере, постараемся сделать все, чтобы наша игра ребят нравилась нашим болельщикам. Мы бы хотели, чтобы наша команда играла с болельщиками, потому что этот сезон, который мы провели, да, без болельщиков очень тяжело. Тяжело и ребята, и эмоционально тяжело, и вообще хоккей без болельщиков – это уже не тот хоккей. Задачи, как всегда, максимальные. Но первая задача – это удачно выступить на первом этапе Кубка. И вторая задача, уже если дальше к чемпионату смотреть, это попадание в плей-офф. То есть это никто, задачи-то не снимал, будем стараться максимально выполнить.